Я думал, думал и решил, что компаньону к этому ножику должен быть такого же размера пистолет. И решил купить Ruger LCR, микроревольвер. Первый маленький револьвер у меня в коллекции. Резиновый. Это я так смеюсь. Реально говоря, тренировочный револьвер от фирмы Cold Steel. У них там две разные версии есть, по-моему, или может даже больше. Но мне было интересно именно вот эта вещь подержать в руках, поиграться с ним, просто понять, насколько это удобно сидит в руке, прежде чем подумать, может быть, купить действительно сам револьвер настоящий. Это за $15 того вполне стоит. То есть понять, где тут пальцы, куда лягут, как это можно будет держать, как этим можно будет целиться. Так, меня, наверное, еще и не видно было. То есть вот он, видите, маленький такой револьверчик. И вот, если целиться, то есть, реально говоря, конечно, это двухпалочник. Двухпалочник. Два пальца влезает. Может быть, три с некоторым натягом, с моей рукой. Револьвер рассчитан на 38 калибр. По-моему, у них есть еще 9-миллиметровая версия такая. Есть версия с лазером. Это револьвер последнего шанса на очень короткую дистанцию. Поэтому, честно говоря, просто так тратить деньги на него не хотелось бы. Но такая вот вещь, она всегда готова. То есть ее передергивать затвор не надо. Револьвер. Но достаточно ли для самообороны 38 калибр? Или 380? Они довольно-таки сравнимы. Об этом у меня будет видео, показывающий пример самообороны. А здесь я просто хочу поиграться. Вещь недорогая, но стоит примерно столько, сколько мой M&P Shield, который 9-мм, 7-8 зарядный. 6, 7, 8, там, в зависимости от желания. Можно подзарядить. А здесь, по-моему, 5 максимум. Нет у меня же настоящего. Так что посмотрим. Может быть, я арендую такой в тире. Сниму, что с него получится. И буду думать. Денег, конечно, у меня на него сейчас нету. Я другие вещи сейчас покупаю, которые вы увидите в других видео. Ну и другие разнообразные траты у меня тоже есть. Так что всегда, если хотите мне финансово помочь, я смеюсь немножко даже так, никогда не откажусь. У меня для этого дела есть Patreon, есть PayPal. Лучше Patreon, о котором у меня будет отдельное видео. Но вы меня там можете легко найти. Подпишитесь на доллар в месяц. 1000 вас подпишется, как раз каждый 15-й. И у меня хватит на несколько таких вещей в месяц. И на тир и так далее. Но это утопия. Я не верю, что такое может произойти. Поэтому даже не особенно-то и пытаюсь надеяться. Но просто интересно. Вот так вот. В принципе, вещь, честно говоря, не такая уже маленькая. Помните, я показывал свой Remington RM380? Он у меня на ладонь влез. Этот на ладонь не влезает. То есть это не карманный пистолет. Не карманный револьвер. Только что для больших карманов. Одно из преимуществ револьверов, то что из них можно стрелять прямо сквозь одежду. Потому что здесь нет двигающегося затвора, который может закусить тканью. Револьвер просто будет прокручиваться. То есть в этом определенный плюс есть для самой короткой дистанции, то есть практически вплотную. То есть полез за кошельком называется. Вот вам кошелек 38 калибра. Перезаряжать его, конечно, это самоубийство. Особенно в короткое время. Но, кстати, на тему револьверов. Запасные патроны можно носить просто отдельно в кармане. И они будут меньше выступать. Но вполне возможно будут издавать звук. Металл на металле. Но это может быть что угодно. Никто это не распознает. То есть ношение револьверов имеет свои особенности. Скрытое ношение, конечно. В которых я еще не очень разбираюсь. Так почитал. Все. Спасибо за внимание. До следующего видео.